за у всех Телеграм и Ютуб канал. Также обратите внимание на мое последнее видео про домашние асики. Домашние асики – это реально крутая тема. У них окупаемость быстрее, чем у видеокарт, но при этом им не нужны требования, как обычным асикам. Им не нужна сильная розетка, им не нужен теплоотвод, им не нужно какое-то помещение. Их без проблем вы можете разместить у себя в комнате или на балконе. ASICS Video приобретал у самого крупного поставщика в СНГ Mining Center. Здесь огромный ассортимент асиков и майнинг-оборудования, а также у них есть свой YouTube-канал, где вы можете посмотреть новинки последних асиков. А еще при приобретении асиков вы можете упомянуть то, что узнали о компании через канал USM Fox, и тем самым договориться о скидке. Все ссылки оставлю в описании и в закрепленном комментарии к видео. Продолжается сверхдоходность на монете КЛС, и в этом видео мы рассмотрим, как можно майнить эту монету, только уже на ригель-майнере, потому что там можно легко и просто подключить еще майнинг-зилики, а также говорят то, что там наивысший хешрейт. Также это видео подойдет тем, кому не удалось настроить SRB-майнер из прошлого видео. Рад за тех людей, которые помайнили эту монету в начале и сейчас, возможно, стали даже миллионерами, а кто-то успел намайнить $1000, но эта история не про меня, я начал майнить ее поздно и сейчас лью по стакану. А курсы растут, когда я слил ее последний раз, курс уже вырос вдвое. Посмотрим, куда будет двигаться курс. Сейчас есть еще новости о листинге на еще какую-то биржу, и, возможно, это положительно повлияет. Как долго это будет продолжаться, непонятно, поэтому тактика лить по стакану остается. Хоть сколько-нибудь точно заработаю. Сейчас на карте 40-90 доход практически в два раза выше, чем на второй по рейтингу монеты по доходности. Также не забудьте подписаться на телеграм-канал, здесь много актуальных новостей. Здесь делаю сравнение майнеров под эту монету. Также здесь есть интересные видео про майнинг на процессорах. Тоже очень доходно. Приступаем к майнингу на HiOS. У меня здесь майнится одновременно и КЛС, и Zephyr монета процессорная, и ZIL. Таким образом все это выглядит. Сейчас мы с вами сделаем то же самое. Переходим в полетные листы. Здесь переходим во все полетные листы. Здесь указываем монету КЛС. В этом поле мы с вами заводим кошелек. В данном видео я покажу настройку майнинга через Kaden Pool. Kaden Pool – это крупнейший пул по зилике. Здесь самые щедрые выплаты для получения дополнительного дохода. Также здесь добавили монету КЛС. Если вы хотите поддержать канал, то можете зарегистрироваться на пуле по ссылке в описании. Всем спасибо. После регистрации вам дадут такой вот кошелек. Нужно будет майнить и монету КЛС на него, и ZIL на него. А также нужно будет перейти во вкладку Wallets и здесь указать, на какие кошельки у вас будет приходить выплата после достижения минимальной суммы. Например, вот монета КЛС, здесь минимальный порог 20 монет, указываю комиссию 1% и указываю адрес кошелька, на который придет выплата, когда я намайню 20 монет. Я возьму напрямую кошелек с биржи TradeDogger, я майню сразу на эту биржу и там же эту монету продаю. Очень удобно и не нужно скачивать никаких дополнительных программ на компьютер, все выплаты доходят. С биржи TradeDogger забираю кошелек для монеты КЛС, нажимаю по нему депозит. Если у вас будет ошибка, то обновите страницу несколько раз и вам дадут адрес. Была такая проблема, сейчас вроде как уже устранилась. Здесь на Kaden Pool добавляем кошелек с биржи TradeDogger, вот в это поле. Копируем общий кошелек аккаунта и добавляем сюда. Называем его Kaden Pool, точнее КЛС Kaden Pool назову. Нажимаю создать. Пул конфигурирую в майнере. Выбираю майнер, ригель. В нем setup miner config. Здесь указываю переменную кошелька. Здесь называю как-нибудь воркера, чтобы не перепутать. RTX 3080 назову его. Произвольное название нужно. И здесь указываем адрес пула. Адрес пула можем найти во вкладке Mining Pools. И тут нужно найти монету КЛС. И здесь копирую адрес пула. Здесь его вставляю. Теперь осталось добавить дополнительные параметры конфигурации, которые будут отвечать за разгон наших видеокарт на указанной монете. В описании к видео я оставлю эти строчки. Здесь мы первым параметром указываем алгоритм.
это Carlson Hash плюс ZIL. Дальше указываем адрес пула для второй монеты. Вот видите здесь циферка 2 в скобочках. Это зилька для Kaizen Pool. Также указываем кошелек, который мы взяли с Kaizen Pool, который нам выдали при регистрации. Имя воркера, RTX 3080 я его назвал. Здесь, видите, идет уже разгон для карт 3080 для первого алгоритма, в скобочках один, потому что. Если у вас разные карты, вы можете указывать разгон для них через запятую. Также смещение по ядру для первого алгоритма, блокировка памяти для первого алгоритма. Дальше уже блокировка ядра для второго алгоритма, для зилики. Здесь смещения ядра не будет. И разгон памяти также для второго алгоритма, циферка 2 здесь, для зилики. Таким образом у нас настраивается разгон для ригельмайнера. Все настройки разгона я беру с сайта hashrate.now. Можете там найти монету Carlson и взять настройки разгона для своей видеокарты. На сайте hashrate.now переходите в коинсы. Здесь находите монету Carlson. Здесь на вкладке Benchmarks находите свою видеокарту. Там будут параметры разгона. Например, вот для карты 3080 возьмем. Рекомендуется вот такие параметры разгона. Также есть для майнера Ригель здесь выноска, что именно желательно применить. После этого нажимаем «Применить изменения». Вторым майнером можно добавить майнинг на процессоре, как на недавних видео, которые я записывал. Если интересно, можете посмотреть там про монету Zephyr. Она тоже приносит неплохой доход. Здесь все максимально просто. Например, так. И майнер XMR Rig New. Нажимаю «Применить изменения». Как-нибудь называем. Я назову по-своему. For Video Rigel KLS. Нажимаю «Создать полетный лист». Здесь добавлю ему звездочку, чтобы он был доступен для всех ферм на этом аккаунте. Перехожу в свою ферму и могу применить этот полетный лист. Вот он, вновь созданный. Нажимаю «Применить». Таким образом, полетный лист применился, и все благополучно майнится. Проверим статистику на K1 пуле. Переходим на дашборд. Спустя 10 минут монета KLS отобразилась на вкладке «Дашборд». Для того, чтобы майнить на RayOS, переходим в кошельки. Здесь добавляем кошелек. Называем его, например, KLS плюс ZIL. После этого нажимаем «Добавить кошелек». Здесь выбираем монету, например, Carlson в нашем случае. Здесь выбираем пул, Kaizen пул. Выбираем европейскую зону. Указываем кошелек с Kaizen пул из личного кабинета. Выбираем майнер Rigel. Через карандашик редактируем его и вставляем параметры разгона. Параметры аналогичны HiOS. Здесь важный момент. Отличие от HiOS в том, что здесь мы пишем только второй алгоритм. Две черточки, а два ZIL. Все остальное также. Для первого алгоритма настройки разгона в случае, если в скобочках цифра 1. Для второго алгоритма настройки разгона в случае, если в скобочках цифра 2. Нажимаю Save. И здесь Save. На вкладке Dashboard применяем настройки Miner Settings, KLS плюс ZIL и указываем наш майнер и монету Carlson. Нажимаем Apply. Для майнинга на Windows необходимо скачать Rigel Miner. Переходим на GitHub. Здесь скачиваем последнюю версию, Rigel 1.10.0. Скачиваем для винды. После этого нажимаем на папку и распаковываем архив. Нажимаем «Извлечь все».
Нажимаем извлечь. Для начала на экзешник даем права администратора, чтобы он мог применять настройки разгона. Теперь заходим в какой-нибудь батник, например, Zil Dual. И в него вставляем те настройки, которые я размещу в описании к видео. Итоговый батник для винды будет выглядеть следующим образом. Здесь также у нас будут настройки для наших пулов. Для пула, который на Карлсоне, это вот по цифре 1, да, и пул, который под Зилику, это по цифре 2. Майним и то, и другое на К1 пул, поэтому у нас одинаковый кошелек. Воркеры везде помещаем как RTX 1660. Здесь также указываем фиксацию по памяти 810, как на хешрейт ноу. Ну и указываем настройки для второго алгоритма для Зилики, они у нас под цифрой 2 идут. Ну и в конце указываем воркера RTX 1660. Запускаем это все дело. Сохраняем сначала. И вот запускаю Zil Dual, потому что я в нем указывал все эти параметры, которые только что вам показывал. Таким образом начался наш майнинг. На этом у меня все. Сейчас как раз нахожусь в комнате, где майнят видеокарты, поэтому так шумно. Всем желаю профита. Не забывайте подписываться на телеграм-канал. Здесь будет самая полезная и актуальная информация. Всем желаю успеть намайнить хоть несколько долларов на данной монете. Всем спасибо.